в нападении. Ну и хорошо, можно бросать, да, бросок, и отлично, да, кто-то там, Майк Грин, великолепно отработал Майк Грин, и здесь абсолютно не спорю, но, правда, судя по всему, у Майку Грину сейчас очень больно. Да, ну что же, нам показывают сейчас Мэтта Гилроя, который, казалось бы, виноват с одной стороны, да, но с другой стороны его не посадят уж точно. Посмотрите, бросает Гилрой и лицом своим закрывает шайбу Майк Грин. Ну что, потрясающе сыграл, самоотверженно сыграл Майк Грин, очень хорошо. Итак, снова нам показывают вот этот момент страшный, действительно страшнейший в хоккее момент, когда шайба попадает кому-то в лицо, в голову и в другие вот уязвимые части тела. И посмотрите, а что это вы... Ой-ой-ой.